Так, ну что, у нас будет сейчас второй тест со второго аккаунта. Такая же расстановочка, герои немножко другие, будут с оживлением. Вот вы сами видите, какие герои с какими питомцами. Попробуем, сколько набьем на таком аккаунте. И с такими героями. Так, до 10 волны можно, в принципе, пропустить. Дальше будем тестировать. Так, 5-я волна. Точнее, будем смотреть урон. Как герои будут стоять. Вот видите, гаргул на гаргула пошел. Ну, в принципе, тут без стрелка мы идем. Когда был стрелок, было все намного проще. Так, вот пошла 10-я волна. Смотрим. Вот видите, чем плохо стрелка нету. Может, это и хорошо, наоборот. Не так быстро убиваются герои. Так, а тут мы походу зависли. Если сейчас сверху подойдут, могут слить. Нет, вот зашли они все снизу. В принципе, нормально. Сейчас тыковка даст разгон, и мы должны убить всех до того, как они включат Атланты щит. Вроде нормально, успели. Вот тут опять проблемно. Они зависли на Анубисе, сейчас сольют Анубиса, сольют Валю. Да, видите, разогнались, все. Или вы затащим. Так, что, тыкву убили, да? Да, тыкву слили. Вот 15-я волна, она самая такая опасная, потому что вот надо, чтобы душегубы хорошо зашли, правильно. Ну, пока стоим. Ну, сейчас тыквы дадут баф, и нас быстро сольют. Вот, все. 127 миллионов всего лишь. Доехали еще разок. Да, без стрелка, конечно, не то. Ну, видите, неплохо. Ну, без Дрейка получается, тоже неплохо рубит и героев. Еще бы сюда стрелка, было бы вообще супер. 10-я волна, два демона застряла. Вот тут сейчас можно слиться, если атланты добегут и включатся. Смотрите, как зависли. Да, вот все. 68. Видите, насколько разница большая. Составы, ну, приблизительно те же, но... Получается, у нас стрелка нету, и все. Не отнимаем энергию, нас просто убивают. Вот такой вот второй тест у нас был.